грязную шлюху. Я сейчас не хочу нежно. И ей нравится это слово. Ты хочешь меня как грязную шлюху. Я сейчас не хочу нежно. Москва, 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 Москва. Я хочу тебя трахать. Блин, так много людей, а там 2000 человек всего. Ну, визуально как будто там больше. 2000 человек, а там ощущение, как будто полный стадион. Да, бля, что будет на 40 тысяч на моих? Я вообще не понимаю. Ну, это жестко. Я даже не представляю такое количество человек, знаешь, вот в одном помещении. Блин, просто чуть-чуть дайте нам выдохнуть чатец. Здрасте. Скорешаем, зайдем. Мой братик, бля. Сколько лет спустя? Салют. Да, зима, конечно, лютая, холод невыносимый. Единственное, что меня спасает, это любимая КС, в которой даже нет зимней операции. Или же операция Frozen Blade у Epic Drop — это простой путь получить нож для каждого. Правила простые: выполнил задание, получил приз. На 15-м квесте лутаешь перчатки или тайное АВП, а на 30-м и 45-м забираешь уже гарантированный перчик. Ну а на 60-м бесплатный кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Билет операции так-то стоит 600 рублей, но для вас по ссылке в описании лично я намутил 100% скид. Это подарок на Новый год каждому из вас. Мало? Тогда играй в бесплатную рождественскую мини-игру по CS2, в которой тебе просто нужно добежать курочкой до конца игрового поля и не попасться под пулю врага. Играть можно халявно раз в час, а за победу лутать скины. А если играть регулярно, можно фармить мега-кейсы. Вот наполнение третьего мега-кейса всего лишь за 85 побед. Представляете, и все это халявно. Нафармить можно буквально за дня 3-4, ведь играть можно раз в час бесплатно. Все это добро продлится до конца этой зимы, поэтому ссылочку я оставил снизу, так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по CS2 и фарми зимнюю операцию. Это 2024, мы тут, Егор Крид. Плохой Твич. Мы делаем нахуй Твич. Концерт. Нас забанили? А ты забанил, да? Нахуй Твич, что произошло? Я не в бане. А ты чат не смотришь вообще? Да я не знаю, где телефон. А, вот. Вот человек, еще раз, слух, напоминаю. Прада. Баленсиага штаны. Баленсиага скейтерская коллекция. Охуенная, хуй найдешь. На перекупе стоит 3,5 тысячи долларов. Нихуя себе. Я шарю, да. Пояснил, наш заказчик. Шапка. Бренд, как называется? Моя. Ну как? Никак. Плохой парень. Плохой Ристер. Парень, Глеб Костин, все. Бля, ты будешь их выпускать в этот раз? Да. Так а что, контент какой-то будет завозиться? Можем сломать. Чего делать? Ну просто сломать я могу. Нет? Ну как, блядь? Я не видно. Вижу, бля. Видно, что я потный? Нет. Да. Вот, а можно тебя? Пойдем там в серединку. Реально не хватает соединения просто. У меня... Чуть ближе. Раз, два, три. Ну, это очень сильно. Раз, два, три. На ухо мне чмокнуло. No homo, bro. Короче, мы вчера сидим с Токсисом. Время где-то часа 3 утра. И он просто не с хуя говорит. Чё думает? Бля, братан, чё думаешь, если я Roblox буду стримить на Твиче? Нормальная тема или нет? Бля, просто я в мобилке хуярю, короче. Но мне Натаха говорит, что хуйня какая-то саная, типа надо с компа ебать, что я, бля, не умею. Я скилловый пиздец в мобилках.
Че думаешь? Я говорю, бля, братан, наверное... Чисто, знаешь, а в мобиле стримит, да, он думал, типа, играет с мобилой и стримит. Просто мобилой стримит, не, да? Он ты просто играет, стримит. Не, ну можно, да, стримить. Я такой говорю, бля, ну, братан, ну, хуй знает. Если тебе хочется, ну... Да не, Роблокс сейчас на хайпе. Ну, на Твиче, мне кажется, ну, это максимум 1000 онлайн на Роблоксе. Не, Роблокс пиздец на хайпе. Ты попробуй запустить. 30 тысяч онлайн минимум. Кто бы, чат, кто посмотрел стрим по Роблоксу? Ну, пишет. Роблокс им баллон пишет. Ха-ха-ха. Я. А без пиздежа, если? Может, я не прав, ты тоже не права. Понравился трек? Да. Да, я считаю, что... как можно было сказать настолько важные вещи? Ну, от души говорить. Ну, от души, ну, от души, ну, блядь, ну, типа, на самом деле... Я сейчас дрочу. Уже нет. Все, на самом деле, ну, как бы, это же, ну, настолько true. Продолжаю. И это очень, ну, можно же сплакнуть. Ну, я плакал. Может, я не прав, ты тоже не права. Моя мама тоже плакала, когда услышала этот рэп. Из гордости. Я накачал Европу, я не виноват. Потому что она меня терлась и у меня встал, блядь. А ты нахуй где была, он говорит. Ты понимаешь, он говорит, где ты была? От души, где ты была, блядь? Ты сама виновата в том, что я дал Европу. Я чел, он... Это тяжелое. Базаришь. Излил душу просто, ну и получил хейт. Человек впервые искренне решил сказать. Да, и уже удалил трек. Для шадов. Да, что бабы не слушают. Вот пишут пользователи под ником Чупа. Я мать, я ревела. Окей. Ого, братский хлопок. У нас получилось. Так. Ненадолго. Сейчас прошу, как дела там? А типа... Там никого нет просто. А там попить он, есть нужно. Он настолько охуевший, что типа вас в хуй не ставит, или вы уже здоровы? Здоровы. Я просто не уважаю. Просто не уважаю. Но Love Sex сейчас на таком хайпе. Он на очень диком хайпе. Да. Вот, слушай, вообще, Андрей сегодня в восторге от того, что ты пришел на это выступление. Пришел поддержать своего сыночка. Да, и он говорит, слушай, Егор вообще мой ментор сейчас, он мой ориентир. Как думаешь, вообще, почему так получилось? Как у вас произошел этот коннект? Я куда? Слушай, на самом деле все на такой искренней доброй волне произошло. Знаешь, у меня как у такого уже большого дяди за всю мою карьеру я очень многим помог в их творчестве выйти, так скажем, на большой уровень, на новый уровень. Кого-то вообще я открывал. Токсио, знаешь, что я его просто увидел со стороны, я подумал, блин, какой добрый, классный пацан. Хочется его поддержать. Оказать ему еще больше поддержку на его вот этом начальном этапе, потому что он залетел, выстрелил, и я подумал, что нужно это сделать. Я вот позвал его на первый канал, чтобы его увидели зрители, которые, скорее всего, вряд ли бы его увидели. Mm-hmm. Вот, ну и все, и мы сделали еще пару совместных работ, и вот наша совместная работа должна была сегодня быть на сцене, но мы с Андреем решили все-таки ее немножко придержать и совсем скоро просто распространить сниппеты, тикток, и чтобы все ждали. Не смотрю аниме, ох, меня сейчас там, на мне больше рук чинских не хватает аниме. Все орут, моя строка. Типа, чуть не упал.
чё? Ребята, кто? Да ты чё? Честно, на пол. Кто честно сказал, что Джеки Лимит? Кто честно сказал? Вся двойца в фэмили. Двойца в Пензе. Погода в двойца в Пензе. Егор Крис!
вам огромное, вы самые лучшие! Спасибо всем, кто пришел! Спасибо всем, кто пришел поддержать меня! Я вас люблю! Не все, но смотрел первые треки, потому что усы примерно. Бро, базар. Ну, ладно. Спасибо тебе. You're welcome, man. Спасибо, правда. Ну что, ты это... Эмоции какие-то хорошие. Кушать? Кушать не хочешь. Я в рожизм уже, мне не зависит. Ну, правда, я уже поел свои плотненько, но если какие-то есть планы, то... Ну, спишем сейчас. Базар. Вот, все смотрели твой стрим. Да. Ребят, в чате, спасибо огромное за поддержку. Егор самый лучший, реально. Базара нету.